Сегодня 31 июля, в день столетия легендарного комика Луи де Фюнеса, мы подводим итоги первого месяца нашей работы и показываем три лучших ютубовских видео, которые вы могли видеть в июльском эфире «Иных новостей». Не Луи де Фюнес, но тоже ничего. На третьем месте видео о свежем асфальте, положенном на Барнаульской улице Попова, и о тех смельчаках, которые его преодолевают, но и застревают иногда, теряют тапочки. Однако лезут вперед, невзирая не только на липкий асфальт, но и на мчащиеся автомобили. Их бы целеустремленность, да на благие цели. Это Барнаул, улица Попова. Вот человек прилип, тапочки прилипли. Продолжаем дорожную тематику. На втором месте видео о том, как автомобиль буквально сносит велосипедиста, едущего по пешеходному переходу. Конечно, по правилам он должен был идти пешком и вести велосипед рядом, но все равно велосипедиста как-то жалко. Ну и на первом месте, несомненно, музыкальный номер в исполнении выпускниц Барнаульского торгово-экономического колледжа. Посмотрите, как солирует особа в белом мешке на голове, а как они все крепко и радостно сжимают только что полученные дипломы. Настоящий поток шейк! Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!